нас просто забросили без всяческой поддержки, как мясо. Роман мне передал, что оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рации не работают, не знаем, что нам делать и где позиции занимать, и какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было. Нашим единственным выходом, чтобы остаться в живых, является служить оружие. В подтверждение этого из лесопосадки оказались несколько военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Мы находились как на ладони, не видя противника. Если бы мы не служили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения личного состава служить оружие до сухим. Нам сохранили жизнь, не били, но поели, дали воду сразу, дают воду, еду, обращаются хорошо. Нас кинули просто никуда, без ничего. Никто ничего не объяснил. Так надо робить. Нас вели порадіти і сказали, если хочете жить, сложите оружие. Ми сложили оружие, і це була група рока букви О. Хорошо кормять, поють. Все хорошо. Расскажите про вашу подготовку. Вас готовили какие-то, проводили учения с вами, с каким-то видом вооружений, что-либо такое? У нас такой сильной подготовки не было. Два раза стреляли за АК, по один с патроном. Больше такой подготовки не было. И после этого вас все равно отправили? Да, отправили сюда.